Вот, друзья, движемся мы из парка. Светочка, как тебе парк? Классный парк. И погода замечательная. Вот ходить не жарко вообще. Да. А стоять даже холодно. Ну, я думаю, что в жаркие дни здесь очень жарко. А вот тогда сними меня. А то меня, может, тоже им хочется посмотреть. Вот. Друзья, я похож на латиноамериканца. В этой шляпе и в этой простой, как сказать, казацкой. Ну, так, в смысле. А ты думаешь, там звук будет слышен? Казацкая. Слышно, слышно. Слышно. Вот такой чисто хомбре такой мексиканский. Браво, мучачес. Больше ничего не скажу по-испански. Просто не знаю. Вот. Спасибо Светочке за то, что подержала камеру. Идем дальше. Там вот наша партия гуляет. А мы просто вышли пройтись тут. А что не пройтись? Красота. Шаги нам. Красота-то какая. Надо же шаги свои находить. Да, да. А вот смотри, тут специально мешочки для собачек. Да. Видишь, как, чтобы. Написано. Владельцы собак обязуются. Значит, они обязаны. Ну, в смысле, мы их обязуем. Значит, за собачками подчищать. И вот мешочки лежат. Спасибо, говорят они. Возьми мешок. Ну, мы не будем брать мешок, хоть и бесплатно, друзья. Нету. У нас и собачки нет. Ну и, собственно, не, можно взять, если бесплатно. Знаешь, думаешь, а потом, а зачем? Да. Ты знаешь, мне кажется, мы лучше вот по этой тропе пройдем. Мы можем пойти по тропе, но у меня опять будет из. Да. Тропа, она не асфальтированная, такая как бы грунтовая. Друзья, это секвойи. Смотрите, какие красивые секвойи. Чтобы нам всем таких секвой, понимаете? Маленькие. Маленькие. Не, ну, маленькие, да удаленькие. И где устроились? В парке, на государственной службе, друзья. Парк-то государственный. Да. Секвой, который вот так два обхвата. Нет, это не в два обхвата. Но хорошо. И знаете, вот это вот после дождичка, скажи, Свет, как это свежесть невероятная в воздухе. Только грязно. Немножко грязновато, да, немножко так. Хоть и песчано. С другой стороны, не пыльно. Вот, ты знаешь, не пыльно, грязно, но не пыльно. Вот это как да бы... Да, и вот растительные деревья. Типа клена что-то, да, или хорошая. Каштана. Смотри-ка, вот это вот. А что же это? Вот то платан. Платан. Вот, каштан просто... Друзи, вот это платан. Платан. Хорошо я сказал по-украински? Да, вполне. Свечка, а я вот размовляю чуть-чуть? Чуток. Нет, комса. Нет, я постой, я вытряхну опять. Давай. У меня проблемы с этими с шусами. Да. Туда. Видите, друзья, у Светы. Сырина. Покажи свои кроссовочки. Вот у нее такие кроссовочки, видите, без задников. Это и да. Поэтому, когда ходишь. В особенности по такой дороге. По такой дороге. Светочка, а что ты вот так без задников? А вот я люблю. Что ты так вот действительно? Знаешь, мне натирает любая обувь, поэтому мне очень удобно без задников. Я, как только задниками, я сразу натираю ноги. А без задников не натираешь? Да. А без задников. Камушки. Ну, еще, они не всюду попадают вот на такой дороге. Так, где-то. Может быть, тебе просто по траве идти? Ну, послушай. Друзья, вы видите одуванчики, если у вас зрение хорошее. Вы видите одуванчики. Это должно вам напоминать родину. И ромашки. И ромашки. И ромашки. Друзья, ромашки и одуванчики. Одуванчики и ромашка. Вот. Какая ж тут может быть ностальгия-то, скажи? Да, вообще, какая ностальгия. Красота да. Здесь. Ой, смотри, а там... Горы. Ты посмотри, как... Как красиво вообще. Очень красиво. А там горы, еще луга какие-то. Видишь, там луга еще вот в том. Да, да. Ну, немножко, как сказать, не, да, не совсем прозрачный воздух такой уж прям. Тут есть какая-то... Такая дымка. Дымка, да. Не знаю, так далеко будет видно. Ну, Света, что мы можем сказать, кроме того, что наше дело снимать? Да. А ваши, друзья, дело смотреть и слушать. Хотя некоторые слушают и не глядят. Другие глядят и не слушают. А третьи не глядят и не слушают. Да, а просто... А дислайки ставят. Я тебя умоляю, Света, чтобы всем так ставили дислайки. То если какой сумасшедший придет, Света, так это его проблема. Это же не наша. Вот. Чтобы у всех было столько дислайков. У нас, я, Света, смотрел статистику. По нашим подписчикам у нас дислайков что-то там типа 1%. Да. А по неподписчикам типа что-то 20%. Потому что мы их любим, и они нас любят. Да, у нас да. Наши чувства да. Взаимно. Друзья спрашивают, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Ответ.
надо проверить свои чувства разлукой. Вот, друзья, чтобы выпьем, там есть, выпьем за то, чтобы проверять свои чувства другими путями и никогда не расставаться. Счастливо!